по всем. У ребенка не хватало кислорода в крови. Это говорит о чем? Это говорит о том, что ежедневно, каждый день нас травят. Я ради своего ребенка уже, наверное, около больше 7 лет, я боюсь его здоровья. Я хочу, чтобы мой сын стал полноценным членом общества. Вы понимаете, что у нас идет рост детей с инвалидностью? Жена засунула в рамочку, что мы о чем я работаю. Почему у нас нет отдельной статистики по рождаемости детей с патологиями? Почему по онкологии вы не понимаете? Вы знаете, что каждый день на трансформации по 2-3 ребенка онкологически болит, умирает? Мне очень интересно посмотреть на АВПЗ, да, на Мином Малавин Кузин Хайхарисис. С известного у меня вчера ребенок, у нас связница потерял сознание. Он руку сломал. А если бы он, например, ударил шуты или еще там металлию, что-то было, поверьте мне, я бы как бы на камне взяла от вашего завода. Мы бы помогли шутки, я бы погибли до утра. Каждый шутка, я это вот шокирован, сидел, бежит, я же плюс-то. То есть я когда я пойду, бежит ты. А ты что она? Мы все даже дома тут забрали, я буду целый день пришел. Детки онкологические больницы живут все. О чем вы говорите сейчас? О каких бюджетах вы сейчас говорите? О каких миллиардах вы говорите? Каждая ваша основа только штрафатана, та сама не ждут. А вы знаете, что земли мало, золотых живут. Не Мастерану вообще было, потом же Слава Маркович, у меня к вам большая просьба. Устрище, балдана не проскочит, балдана. Почему речной интернат находится по Богу, прямо возле АВПЗ? Почему вы вообще, никто не обращает внимания на наших детей? Да, может быть, мой ребенок, может быть, или еще вступает в развитие нашего Казахстана, да? Я не виноват, и мой ребенок не виноват, что он такой родился. Наши дети не должны страдать. Сейчас, на данный момент, в этом году, моего ребенка должна была плавно операция, она плавится. Благодаря тому, что мой ребенок получил дозу отравленного этого газа. А кто будет отвечать за его здоровье? Вы будете оплачивать его лечение? Вы будете возить на всю землю? Оплачивайте, пожалуйста, я 7 лет езжу. И в Москву езжу, и в Алмату езжу, и так каждая мама. А почему бы она в Харишку сад, чьи-то халта, пошла с рогами? Емне, благодаря ей не душит, каждый, а то она постоянно сборы у нас ведут, бесконечные сборы у нас. Сколько может уже? Я прошу взять наших депутатов, мажориста парламента. Я сейчас здесь выступаю от всех мам, которые воспитывают детей с инвалидностью. Первое. Возьмите на контроль, пожалуйста, речевой интернат. Сделайте так, чтобы его куда-то по другому месту перенести, потому что там нереально решать. Во-вторых, поставьте вопрос именно по работе также департамента экологии. Да что такое вообще? Да я что, прям от АВПЗ у нас пахнет фиалками. Вы не издеваетесь. Вы реально издеваетесь над нами. Я надеюсь, что для многих январские события должны быть примером. Наше терпение тоже не резиновое, поверьте мне. Я во время январских событий вышла, чтобы поддержать главу государства. А не для того, чтобы вот такие, как вы, сидели и зарабатывали